Наш добрый телеканал АТВ, Михалыч, говорим о погоде на 18 мая, о доброй погоде в доме и на улице. Всем, кто нас смотрит, доброго здоровья. Партнер программы, клининговая компания «Дворецкий» сделает вашу жизнь чище и уютнее. Воспользуйтесь нашим большим опытом в чистке мебели и ковров. Удалим грязь и запахи на 98% за 2 часа с помощью профессиональной химии производства США и итальянского оборудования Santoema. Мы гарантируем качество нашей работы. Клининговая компания «Дворецкий». Телефон 560-500. По республике. Влияние циклона с юго-запада, пасмурная погода. Ночью по южной половине, днем в большинстве районов дожди, возможны грозы. По Прибайкалью и юго-западу местами с мокрым снегом. Ветер восточный с переходом днем на северо-западный 5-10. В отдельных районах днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха. Северные районы ночью плюс 2-8, днем плюс 10-16, местами до плюс 20 тепла. Центральные районы ночью плюс 6-12, днем плюс 11-17. В южных районах ночью плюс 6-13, по юго-западу от плюс 4 до минус 1. Днем плюс все-таки 12-19, местами при осадках плюс 4-9. Наша любимая столица ночью небольшой, днем временно умеренный дождь. Ветер ночью восточный 5-10, днем северо-западный 9-14 метров в секунду. Минимальная температура ночью плюс 6-8, максимальная днем плюс 11-13. Атмосферное давление ночью будет падать до 706, днем расти до 710 миллиметров ртутного столба. Не бойтесь жизни, поверьте, что жизнь достойна, чтобы ее прожить. Но надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за напрасно прожитые годы. Чего вам желает АТВ и Михалыч, будьте с нами, всего самого доброго.